Жители Северной Македонии выстраиваются в очереди у полицейских участков в попытке получить новые паспорта. В понедельник истекает срок действия старых, в которых их страна носит название Македония. В новых будет добавлено слово «северное». Несмотря на то, что обмен паспортов был согласован еще в 2018 году, а формально начался в 2021, из-за многочисленных сбоев далеко не все успеют уложиться в крайний срок. Соседняя Греция, которая продвигала соглашение о переименовании, заявила, что с понедельника будет считать старые паспорта недействительными.